май. Короче, если сейчас попустят 705-го, я подозреваю, что его попустят, то, соответственно, охуеть, то, соответственно, и меня тоже попустят. А я подставил НЛД, прикиньте. А я даже не заметил, что я НЛД подставил. Их здесь очень много, блядь. Очень. Их здесь до безумия дохуя. Если сейчас умрет 705-й, мне пиздец. Мне не вывести здесь будет в соло. Слишком много танков. Слишком много танков, блядь. А если мы вперед поедем, нас, скорее всего, в перекрестке въебут. Я этого, конечно, делать особо не хочу, но вариков других нету особо. Других вариков нету особо. Я не засветился от СТ-1. Классная игра, блядь. Классная игра. Бля, ебать, дедушка, охуенный танк, это пиздец. А вот это внучок-инвалид мой, блядь, идиот. А не танк, блядь. Ну и зачем ты это делаешь, Масик? СТ-1 это не танк. Ну как там с деньгами? Блять, пародия. Зачем тебе позорище, лодка на корме Диада-4? Чтоб весело было. Утонешь ты или нет. Зависит в этой игре не от тебя. Чтоб весело было. Вот оно, блять, позорище. Главное, блять, на 9 уровне. Позор, блять, Советского Союза, блять, СТ-1. Ёбаный. Под нихуёвым углом кумысом уебал, сынок. Под нихуёвым, я тебе так скажу. Ну-ка, Масик. Вот так, Масик. А я добираю. Или нет? Вот так. У меня СТ-1 смешно под таким углом, конечно, переебал, блядь. О, англосокс. Хуя он деловой. Но у них минотварь по центру карты катается. Придурочный, блядь. Но у них СТРВ-ха меня может этот немножко подурить со мной. О, дедушка, и хп хуево гора, и брони хуево гора. А-а-а, мина-идиот вернулся на базу, ребят. Мина-дебилушка на базу вернулся. Орудие повреждено. Точность. А она была? Что она снижена просто? Мина-тварь дефила базу. Но мы еще проебать изи можем. У него, если... Смотрите, если у него СТРВ за спиной, то это как бы конечная станция. Что-то я не понял, блядь. А вот и он. И он дефит базу, ребят. И он дефит базу. Игрок такой замечательный. Блядь, он сверху вниз меня ББХами ебать может. Но не будет. Вот так ты дефишь базу, придурок тупорылый, блядь. На имбе. Вот так, блядь, игрок. А вот и СТРВ нашлась. Гений игры, блядь. Просто гений игры, нахуй. Вот так. О, блядь, кто нашелся? Ты на зелени воевал, да? Зеленка, направление для СТ. Ну давай я тебя подожгу. Я тебе баки уже сломал. Пора гореть, сынок. Пора гореть. Ага, вот так, да? Ну ладно. Дедушка, так сказать, раздал стиля. Раздал стайла. Улыбочка. Ну еще плюс там человек 800 на Твиче сидит. А-а-а, блядь. Мне поверить? Подожди. Что, блядь? Мне поверить? Мне кажется, никакое пробитие не обсчитывается. Мне кажется, с этой хуйни без голды даже мауса, блядь, пробить можно. Даже мауса нахуй пробить можно. Это пиздец, блядь. Так вот, возвращаясь к аудитории. Блядь, кто меня ебёт? Вот, ну на самом деле хотелось бы верить, что типа танкисты наконец-то ушли из танков, но на самом деле так и есть. Многие ушли, но остался так называемый ядерный электорат этой игры. Вот. И эти, блядь, никуда не уйдут. Их в этом болото, блядь, засосало. Блядь, но он меня переебет. Как бы я ни танковал, там слишком жесткая пушка, блядь. Блядь, что с ним делать, сука? Кто это...
Ты чё, ебанутый, что ли? Иди-ка сюда, нахуй, сынок ёбаный. Ты чё, блядь, иди в маму свою по пулемёте. СССР, блядь, чё делал? Блядь, пробил один раз, охуеть. Ну-ка, блядь, сюда, нахуй. Бонус-код на дамаг приехал. Вот, ну, типа, такой вот, прям... Жесткий электорат игры, бля, остался, назовем его так. Блять, а в чем смысл его поджима? Я что-то не понял. Он реально меня хотел на диде, блядь, победить? Это же вообще сумасшествие, блядь. Да чел, успокойся, ты че, ебанутый? Это, блядь, смешно даже. Это, блядь, даже смешно. Но он меня базовым ебал. 190 пробития, блядь, верить? Зато они съездили на низ. Все, ГГ. Так, может, еще хоть какой-то микрошанс был бы, блядь. Если бы вафля шотная была. Но вафля была не шотная. Угас, блядь. Что, он падать на меня будет? Походу, блядь. Блядь, а че они такие тупорылые, нахуй? Этот мог на меня просто, блядь, впороться. Бля, ебать, они тупые, нахуй. Это пиздец. Дебилы, блядь, конченые. Он только что ебанулся на ВЛД, блядь, с размаха. И 0 хп себе снял, блядь. Что? Он только что ебанулся с размаха на ВЛД, блядь. Просто нахуй. Вот, вот вертикально, блядь, вошел в землю и потерял 0 хп, блядь. Нахуй, я ебал это дерьмо, ебаное минское. Тупорылая, конченая, блядь, игра от силюков-дегенератов, блядь. Нахуй, я ебал. Фонтан ебаный, кто его сюда поставил, блядь. Пизду пусть выезжает. Все. Е100 дал один дамаг за бой. Ему хватит. Ему больше не наливать. Ему больше не наливать. Я ускорил бой этой поджимкой, блядь, смешной. Теперь без дамага буду терпеть. Почему в меня-то, блядь, на своей хуйне ты долбишь, блядь? Ты чё, смешной? Поехали на горку, блядь. Рикошет в задницу кумулятивом. Это прекрасная игра, блядь. Она, сука, прекрасная. А хэви-то сюда едет, блядь. И это не есть хорошо. Ну, печально-то то, что я здесь один, блядь, по сути. И если на меня сейчас въедет толпа, она на меня въедет. Меня разъебут, нахуй. Да, меня поимеют. Давай, Хэви, с тобой раз на раз выйдем, блядь, если ты не лох. Ладно, я пошутил, братан, у тебя имба, нахуй. У меня есть 20 секунд. И они начинаются прямо сейчас. Но меликанец от меня убегает. Меликанец, ты не убежишь. Меликанец, ты не убежал. Меликанец, что ты скажешь на это? Меликанец, я тебя победил. Бля, ебать, ветеран победы. Просто едет и убивает врага, нахуй, наповал. А леопер тут в нычке сидит, да? А, нет. А, нет. Бля, сука, у него какое-то силовое поле, нахуй, стоит просто. Все, иди, нахуй, заебал. И сейчас вафля меня с тычечки бабах, и все, и пиздец. А вот и вафля. Но она меня не пробила. Но мы не боимся, мы едем дальше. ИС-4 танк, который не знает кнопки стоп. Он знает только кнопку вперед, блядь. Зачем ты меня загуслил, и мне танк из-за тебя занесло, блядь, скажи. Зачем ты это сделал, блядь? Фугас. Барабан фугасов — это сильно. Барабан фугасов — это сильно. Но именно благодаря барабану фугасов, блядь, меня вафля добрала. Ему скидывали видосы девахи со стажировки в ВГ. Скидывали.
Мне обещали в предложке ВК что-то действительно годное. Я пошел и посмотрел, там было действительно годное. Короче, я не буду включать видео, мне впадлу выводить. Ну, типа, я залогинен в этом браузере, с этого браузера картинку захватывать не буду. Но я вам включу сейчас звук, и вы все поймете. Вот, мне просто лень картинку захватывать, блядь. Сейчас. Слушайте, и поедем на леопарде скатаемся. Сейчас. Где это? Вот, сейчас. Ну ты запустишься, хуйня ебаная, нет? Ща, погодите, у меня все виснет, блядь, почему? День стажировки на Wargaming. Я прихожу в офис примерно к 10:30 утра, и первым делом иду на кухню, делаю себе кофеек и ловлю последние теплые лучики с нашими офисными сиренами. Я работаю 2D художником, всего второй месяц, и пока что мне дают не очень сложные задачи. Так что я вникаю в программы и знакомлюсь с корпоративной культурой. В 14 часов идем обедать в столовку на первом этаже, а после идем в чил-зону офиса. Отдыхаем, болтаем и играем в мячик с коллегами. Несмотря на то, что я работаю совсем недавно, ребята относятся ко мне очень хорошо, и в целом у нас очень комфортный коллектив. Наш отдел занимается разработкой 2D стиля для танков. Например, благодаря нашей работе вы можете надеть на танк камуфляж с котиками или, как вам вариант, с мандариновой сеткой. Ну, а после офисного дня мы поехали забирать нашего нового пушистого члена семьи домой. Вот так. Вот так. Ну, как бы вот так. Ну, то есть, как каждый раз, когда я несу хуйню про кофе тайм, про качку пакетами с воздухом. Вы думаете, я шучу? Ну, ладно, думайте дальше, блядь. Вы поймите, если я что-то говорю о политике, это хуйня. Если я что-то говорю о реальной жизни, это хуйня. Если я что-то говорю про эту игру, это истина, которую вам даже шепотом, блядь, под сомнение ставить запрещено, блядь. Работать когда будем? Разбираемся. Ну, как бы, извини меня. Сначала чил-зона, потом покидать мячик, потом кофе-тайм, потом гантели 500 грамм потянуть, потом пообсуждать мировую обстановку, а потом рабочий день уже закончился, пора домой идти. Хочу, бля, сказать этому ебаному кислому нахуй, был бы ты человеком, нахуй, твою команду в жопу ебу, ты стоишь на леопарде, хуй знает где, нахуй, да, плюс. Кто такой Сомов, почему завоняло тухлой рыбой? А вот, вот так. Ну, Вот как там с так. деньгами? Спасибо большое. Пупсик 100. Да. Интересно, они в этой чил-зоне только мячики кидают я или думаю, они... групповухи А, устраивают может после быть, они... работы? Может быть, Им что-то еще в голову делал. щекочут его мохнатые мячики. Может быть, еще. Может быть, и что-то еще делают. Всем привет, друзья! Спасибо, что подписались на мой запрет грамм. И сегодня я расскажу, как проходит мой рабочий день в компании Wargaming. Я прихожу к работе к 12 по Москве, потому что я могу себе это позволить, ведь у нас нет строгих правил, у нас европейские стандарты работы. Мне делают выговор в виде того, что я должна скушать баночку йогурта. Я кушаю йогурт, после этого я иду в чил-зону и травлю анекдоты. Потом мы бегаем за мячиком, а после этого у нас дневной сон, ведь у нас все охуенно. После этого я смотрю на часы, рабочий день уже закончился. Всем пока! Вот так нахуй! Вот так. Ну, а ты что, Ванька? Ванька, Джон, Микола, вы что, миллиард очередной на коробке занесли? О, мои вы сладкие, блядь. Бьем танчик нахуй, молодцы. О, я про господина Ли из Китая забыл. Дико извиняюсь. Ли, Ванька, Микола и Джон. Вот они, четыре героя нахуй. Четыре героя, на которых стоит яхта Кислова. Молодцы, молодцы, ребят. 3 октября. 3 октября. Октобер. Октобер. Кто не в курсе? Нет гром. И ты сможешь обуздать его силу. Ебать гром. Ебать музон попёр, блядь. Клубняк. Пошел клубняк на чулзоне. Мячик кидают. Вот так он сделал, блядь. Каждый выстрел словно удар молнии. Вот так он. Он прожигает сталь как бумагу. Верить?
Издалека гром почти не слышно, но вот вблизи он разит на 800 единиц урона. Теперь ты сам эпицентр бури. Круто. Пройди 10 шагов упорством или мастерством. Это старый тип марафона. А это значит, танк нельзя купить за голду. А мы в игру нахуй не донатим. Если мне танк не дают, будем приходить в марафон. Вот так. И приручи стихию бесплатно. 11 дней бесплатно. Марафон. Ты помнишь правила, как будто это было вчера. Гром звучит все громче и громче. Крутое видео. Это просто прекрасно. Знаете, что мне нравится в этом видео? Мне нравится, что оно минуту идет, и я его смог растянуть минут на полторы. А еще мне нравится, что очень своевременно появилась польская премиумная ПТ. Всего лишь через год, нахуй, после выхода польской ветки. Да, это сука, я ненавижу, блядь, свинособачью позицию, ебанутую, блядь. Тварь, блядь, это Шепард. Но Шепард предатель. Чмо на арте уже, ща минус мехвод будет. Я ебал рот каждого ублюдка и мамаши каждого ублюдка, блядь, который эту игру делал, чтобы вы, суки, сдохли. Уебаны. Мне сняли 500 хп арта. Е5 меня не пробил. Вот первый раз, блядь, пробил. Охуенная игра, блядь. Спасибо. Коробок. Здорово. Скаты УЭ-57 коллекцион К3 ЛВЛ Франция. Поехали по порядку. Первое. Заказать можно только тот танк, который есть у меня на аккаунте. Это написано в описании стрима. Это первое. Второе. Я понимаю, что ты не экстрасенс. И ты не можешь знать, что у меня есть. Поэтому поменяй, пожалуйста, выбор танка. Это второе. И третье, самое важное. Ты кинул 5 еур. А должен был кинуть 8 еур. Потому что заказ танка 8 соток. Слушайте, я перед тайпами извиняюсь. Тайпы сделали и сделали весело. Я не могу. Я не могу. Ладно, он шотный, он типа его крутит. Ладно, хуй с ним. Тайпы сделали весело. Тайпы весело сделали, блядь. А где их Т-57 Heavy, ребят? А, вот он, блядь. Т-57 Heavy киберспортсмен. Первая линия. А у меня земля. Первый бой в сраты на С4. 5000 среднего, и что? Андрей Сомов снова сглотнул спермы и побежал играть в танк. Ребят, еще раз. 5200 средний урон. Был до этого боя. 6 боев, 5200 среднего. Очень сильно умели играть. В этом бою очень сильно, соответственно, играть разучились. Но Андрей Сомов не растерялся и снова упал ртом на хуй разработчика. И сказал: «Кончи! Хочу кончи!» Ну ему и дали, блядь. Типа, если попросил, значит дали. Все же, как бы, ну, очевидно. Андрей попросил, разработчик сделал. Вот так, игрок. Да. Но Хэви на первую линию скатался. Киберспортсмен пожилой, блядь. О, блядь. Деф на леопарде барабанном. Чешском. Вот так арта. Чешский леопард на страже базы. Как говорится, где ты был, чешский леопард, как твою команду ебали. Спасибо огромное. Спасибо за 100 без текста, получается. Смешно, я дом убил. Блять, а он меня сейчас на бутылку пасает, кстати. Спасибо. Блогеры ебашут по КД в винку не ниже 60% и 4К среднего. Я при таком же уровне игры, 4К плюс среднего, играю в 50% и ниже. Юша говорит, что патента нет. Юша животное грязное. Тупой приспособленец, скот и человек, у которого нету ни совести, ни самое главное самоуважение в его 78 лет, блять. Вот, поэтому все, что говорит Юша, можно на ноль нахуй поделить.
И похуй, что на ноль не делится, никого не ебет, блядь. То, что говорит Юж, это цитирование Юж, блядь, Джобов, это моветон, блядь. Ну, мою точку заняли, блядь. Вот так выталкивай машинку ебаную. Вот так. Машинка приехала первая, чел его вытолкал. Хе-хе. А я под шумок точечку занял. Ебать, я хитер умен. Блядь, ну сводочка... Блядь, это, кстати, не такая уж и долгая сводочка. Сносно. Ну чё, залпанём, блядь, чуц-чуц? Ещё раз толкнёте, суки, я вас зарежу, нахуй. Блядь, а вот и танчик. Съебал нахуй, малой. Тебя отсюда вытолкали, все. Имей совесть, блядь. Я из-за него сдохну здесь. Он нахуй сам не понимает, что он хочет, блядь. Вот он дергается, что-то дрыгается, блядь. Ну что, еще залпанем? Ебать катапульта, нахуй. Ебать катапульта. Сколько урон? 370. Это дохуя, блядь. Но попасть этой хуеты, это пизда. Ну как там с деньгами? Спасибо. Здорово, генерал. У меня полный слет парика произошел. Так. Дал 12 600 на 260. Вот так ты сам и дал. И что ты думаешь? Я получил бан на месяц. Ну, добрые игроки накидали жалоб в ЦПП. Ну видишь, ты так это и апелляцию-то подавал, реплей кидал? Или наша игра заявила, или это наоборот не наша игра была? Что там заявили? Что ты фашист и, блядь, участвовал в подставных боях? Ебать, это мне надо. Пацаны, сейчас будет скилл. Сейчас надо попасть. Готовы? Блять, одной попал. Ну, вернее, попал двумя, но одной какого-то хуя не пробил. Непонятно почему, блять. Вот почему так. Блять, ничего такая бабахалка на. Сука, козел, блять. Что с прицелом, блять, в этой ебанутой игре? Кстати, блять. Ну это пиздец. Посмотрите на эту ебанутую игру, конченую, блять, от ублюдка. Это пиздец, блять, смешно. Откуда танчик хуй его знает? Ну как там с деньгами? Спасибо. В том-то и дело. Скинул реплей. Все скрины приложил. Ответ такой. Обжалованию не подлежит. Ага. Заявка закрыта. За 10 лет первый раз такое. Ну, ты максимум 9000. Ты преступник получается, видишь? Наша игра объявила тебя в розыск, блять. Наша игра объявила тебя в розыск и объявила тебя преступником, блядь. А зачем ты нарушил закон? Все, не поиграй, блядь, танк. А так въебали, что там, перманентный или нет? Погоди. А, на месяц. Ну, блядь. Ну, месяц отдыха от танков будет у тебя, братан. Наша игра сказала, что ты предатель родины, блядь. Наша игра тебя предала. И меня предала наша игра. Короче, сразу запуливаться будем. И молить. А, вот так, да. Да, вот так. Ну, это очень печальный факт. Да, стычку, без вариантов. Я в охуевшем окружении. Мне просто пиздец. Мне очень-очень печально здесь будет. Очень печально, бля. Ну, у меня команда тварей опять. Нет, если они вот так перестреливаться будут со мной, я их выебу, очевидно. Но если они меня подпушат, и мне придется кайтить назад, меня просто в спину угандохают, и все. ХП-то мало уже осталось. Да, все очень плохо. У меня команда нереальных, блядь, долбоебов, дегенеративных, блядь. Так, он шот... Нет, он не шотный, блядь. Затяжечку за ваше здоровье, ёпта. Бля, ебать, они тупые, нахуй. Очень тугодумские игроки. Обратное рамбование. Хуяк. Затяжечку. За ваше здоровье. Хе-хе-хе-хе-хе!
затяжечку. За ваше здоровье. И за мое очко. Ух ты, блядь, как ты меня пробил, игрок. Надо тебе уебать за это в ответку. Ух ты, сука, как целит, скотина, блядь, неблагодарная. Оп, затяжечку. За ваше здоровье. У меня когда раньше, если сейчас альфа не пройдет, это смерть. Вот так. Так, ладно, здесь затерпели. Тут чуть-чуть затерпели. Но вот дальше уже хп-то особо нету. У них Хари не светился с вафлей. Угадаете, где они? Ой. И все-таки они, Паблус. И все-таки они. Сводочка. Идем в атаку, идем на вы. Ну я, смотрите, как смело перед ним стою, а ему похуй, блядь. Ну, бафлитос. А пошел ты на. О, это залет, воин. Но это я к нему приехал, не он ко мне. Вот если бы, блядь, он ко мне приехал, тогда ему пизда была бы. Это обязательное просто условие ритуала. Хуя он там врамбовывает, блядь, сынок ёбаный. Да-да. Вырамбовка от сынка ёбаного. Угу. Сейчас фугас будет. Все. Вот вам и фугас. Ну я ж сказал, фугас будет, а вы не верили, блядь. Ну покажи бабах-то уже, блядь. Бум-бум-бум-бум. Бабах. И крыша сложилась нахуй пополам. Вот такая боевая игра. Блядь, там 75-ка в спине, это плохо очень. Танцуй под бузову. Вот так, сука. Бля, хорошая композиция на самом деле. Бля, это Даша путешественница меня заебала на самом деле. Он что-то, блядь, тут мне сейчас сделают. Ну, Андрей, далеко не Владимир. Мне сейчас здесь разъебут голову, потому что я здесь один, нахуй. И меня эта Даша путешественница ебанутая на... Да, мне пизда. Я умер. Мне пизда. Да, все, это ГГ. Смерть. У них вся команда здесь, просто вся нахуй. Просто вся тима здесь. Вся без исключения. Просто вся. А теперь посмотрите, пожалуйста, где моя, блядь, команда. А, они на уголь уехали, ребят. Ноль шансов. Ноль. Я как чувствовал. Вот я реально как чувствовал, блядь, что не стоит поджиматься, нахуй. У нас здесь я и конь. Все, больше никого. А вот мои игроки. Вот, видишь, обратный ром. Вот так вот игрок. Че, в 4700 играли? Вот он вортом, видишь, танкует. Только там нет никого, но он танкует, ему похуй. О, все. Вот сразу хочется взять ему, как ёбнуть нахуй коленом в голову, блядь, чтобы она у него отлетела к ёбаной матери, дебил, блядь. Все, на низ едем. Я не знаю, что у них в голове, твари, блядь, как, сука, меня тошнит от игроков, блядь, в это дерьмо. Блядь, ну ёбаный ты дебил конченый, ёбаная ты про, блядь, нахуй. Дебилёныш, нахуй, ебанутый. Угу, вот так, блядь. Надо ехать к мельнице. Ну там еще 60 тп. Я поеду, я разменяю себя. Ну это проеб, это проеб. Да, все, они все тимы здесь, блядь. Без шансов. Я могу подъехать к мельнице. Я там поживу, не знаю, блядь, минуты две. Минуты две, наверное, поживу. Вот. Да, да, да. И мне пиздец будет. Гори, плиз. Хуй там. И знаете, что самое обидное? Именно 60 тп из... это хорошо, он тупорылый, как валенок, блядь. Он тупо... я ебал. Он тупорылый, как валенок, блядь. Вот этот перевес зарешает.
Вот этот перевес, он может зарешать. Посмотри, блядь, они стоят. Ну, блядь, я им вытанковываю. Сука, один в 100 стволов, блядь, поехал. Не испугался, блядь. И они, блядь, стоят этой хуйней занимаются. Дебилоиды, блядь. Вы посмотрите, как, блядь, какой я мужчина. Это пиздец. Блядь, какой я мужской мужчина. Это пизда. Вы ж понимаете? Ёб твою мать, блядь, не надо. Блядь, не надо. Давай, самолетик, убей их нахуй, зарежь их крылом, блядь, тварей. Вы же понимаете, что если это победа, это я победил. Блядь, ему нельзя за труп дать встать. Мы дали. Блядь, какой же я мужчина. Вы же понимаете, что если бы я W не нажал, горки пизда была бы. А теперь представьте, что вы свинособака. Вы свинособака. И вы играете на леопарде. Вот представьте, что вы просто играете на первом леопарде. Теперь ответьте мне, сукины ебаные выблицкие подписчики Сомова. Ебаная блядская грязь из-под ногтей. Ебаная вы ошибка природы. Вы как будете горку выбивать, дебилы ебаные? Сомовская мразота, срочно. Я вас взываю, сукиных детей, к ответу. Вы, блядь, грязь ебаная сомовская. Вы сукины блядские животные. Как вы на своем ебаном обосранном леопарде, вы сукины дети, будете горку разминировать. Я въехал в 4 танка. В 4 ебаных танка, нахуй, одним ебалом. В 4, блядь. Им пизда. Не, они тупые. То есть тут глупо отрицать. Они тупые, они обосрались, начали пятиться, какой-то хуйней заниматься. Но против леопарда бы они не пятились. Сомов или спермахлёбов? Мне кажется, Сомов более оскорбительно на самом деле. Спермахлёбов — это мы как будто бы сразу начинаем с неуважения к нему. Ну, типа спермахлёбов, как знаешь так. А так типа Сомов. То есть ты как будто бы с серьезностью к нему, да? То есть он такой типа, так стоп, такой типа, а серьезно, типа Сомов? Ты такой типа, вау, фамильярничаешь, и типа ты такой думаешь, вау, будет серьезный разговор. А ты ему потом, а у тебя усы в сперме. И он такой, бля, сука, пиздец. Ну, типа вот такого плана. То есть это как бы обманный маневр, Паблус, понял? То есть ты как бы думаешь, что будет серьезный разговор, такой фамильярный, блядь, а ты его так, хоп, а у тебя усы в сперме. И он такой, типа пиздец, жесть, ты меня обманул. Ну, а такая хуйня. Ну, специальный такой прием по психологической дезориентации противника, блядь. Это проёб. Душу нахуй разработчика ставлю, что эти скоты проебут без меня. Давай. В соло, блядь. В соло! В соло! Их здесь... Их уже 6 здесь, блядь. В соляру, нахуй. В соляру. Блядь, суки, я в соло. Один в поле воин. Один в поле воин. О, пиздец мне нахуй. Держимся. Держать строй. Держать строй. Держать строй. Держать строй. Держать строй, блядь. Они меня очень долго не пробивали. Я держал строй. Ай, весело взвод. Ай, взвод весело. Ай, весело взвод. А, весело. Ай. Только у них ни одного танка не было. Они просто приехали и все. А, весело. Вот так сделали. И я уже пиздель получил ненужный. И еще чифтен блядский упорится. Волчи ебаные, блядь. Но дед, он не боится. Деду похуй, он не боится ни песка, ни грязи, ни воды, блядь. Ему похуй просто. Этот танк, он как, блядь, подводная лодка наша. Его просто водкой, нахуй, надо заправлять, блядь, и все. Зачем он это сделал, скажите, блядь? Ну вот нахуя ты это сделал? Объясни мне, придурок, блядь. Скажи, на кой хуй ты меня с подпалом, блядь, кинул? Нахуя ты это сделал, блядь? А, он меня типа ослабил таким образом, поняли? Чтоб мне не так легко было. Подпал с первой тычки. Обожаю эту игру. Плюс-минус 25 не влияет.
И он упоролся, блядь. Сука, дебил ебаный. А мне здесь пизда. У меня теперь хп нету столько, чтобы играть. А пушечка-то у меня здесь не опустится. Мне хп нужны. А у меня хп-то и нет нихуя. А Минотавр весь бой не светится. Почему? Потому что он на базе, блядь, в кустах стоит. Это охуенно. Это реально охуенно, блядь. Ноль шансов из-за подпала от животного, блядь. В спине. Без шансов. На этой карте, если бы было бы, блядь, 500 тысяч нахуй направлений, ни один бы танк на это не ездил, ёбаные кретины, блядь, блядь, как я их ненавижу. На этой прекрасной ноте, вот на этом прекрасном бою на песчаной реке, я, блядь, закончу этот стрим чудесный. На ИС-4 сегодня заебись поотдыхали, средуха очень смешная получилась. Вообще, фактически, весь стрим катали в 4600, но там смешной вот этот, блядь, последний бой. И расставил все точки над «и», так сказать, но все равно заебись.